Шри Кришна, Чайтанья, Прабху, Даякарамаре, Томабина, Кедаяхалом, Мусамапатита Прабху Напаибехарам. Аха Прабху Нитянандахам Премананда Сукхи Крипабалохо Канакохорам. Ами Бодохо Дохо Ким. Даякарам Ситапатим Адвайта Госай. Тава Крипабалипай Чайтанья-нитай. Ахасваруху санатанам рупрагунатахам батаджугаши джива прабхо локанатам. Даякарам Чачарья Прабху Шинивасам Рамачандра Сангамаге Наротамадашам. Даякараши Ачарья Прабху Шинивасам Рамачандра Сангамаге Наротамадашам. Шри Кришна Чайтанья Прабху Даякарамаре Кедаяхалом Джагата Самсарам. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама. Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна,
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Jayang Gauranitai 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 Jaya Gauranitai Jaya Jaya Prabhupad 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 Jaya Srila Prabhupad Jai Jaya Prabhupada 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 Jai Srila Prabhupada Jai Jaya Prabhupada 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 Jai Srila Prabhupada Jaya Jaya Shri Chaitanyam, Jaya Nityanandam, Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrindam, Jaya Jaya Shri Chaitanyam, Jaya Nityanandam, Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrindam, Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityanandam Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrindam Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jaya Srila Krishna Das Kaviraj Goswami Ki Jaya Shri Guru Parampara Ki Jaya Srila Prabhupada Ki Jaya Всем служащим Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jaya Так, дорогие преданные, так, дорогие преданные, мы продолжаем про милость Господа Шри Чайтанья Махапрабху. Сегодня заключительная, четвертая катха. Тема очень большая, вся Шри Чайтанья Чаритамрита, на самом деле вся книга. Каждый стих и каждая история является практическим демонстрацией этой милости, как раздает Господь Шри Чайтанья Махапрабху и его спутники, как раздают эту милость прямо каждому, всем и каждому без разбору, и как искренние и смиренные люди принимают. Это вся книга, вся Чайтанья Бхагавата, вся Шри Чайтанья Чаритамрита, они представляют эту милость, раздачу этой милости и принятие этой милости по искренности и смирению человека. На самом деле
возможно принять это. Если человек искренний и очень смиренный, и очень искренний, смирение происходит от искренности качества. Чем более искренний человек к Богу, к его слугам, тем более он становится смиренным, и смиренным, и еще более смиренным, и бесконечно смиренным. И это история сейчас, которую мы продолжаем сейчас, история встречи Господа Шри Чайтаньи Махапрабху с царем Махараджем Пратапарудрой. Очень поучительная история, очень сокровенная, очень волнующая душу история, но очень ясная в то же время история, наглядный пример, как получают милость, как принимают эту милость Господа Шри Чайтаньи Махапрабху. И как такая душа становится безгранично счастливым. И сам Господь, какой Он счастливый, какой Он радость испытывает, экстатическую любовь к своему преданному, который принимает эту милость. И мы сейчас читаем, дорогие друзья, Шри Чайтанья Чаритамриту, Матхья Лила, глава 14, глава называется «Вриндаванские игры» с 1 стиха. И до 22 стиха прочитаем серию стихов и комментариев Шрила Прабхупады, нектарнейших стихов, которые, и комментариев, которые раскрывают для искренне ищущего, как принять милость Господа Шри Чайтанья Махапрабху. И как проявляется эта милость? Текст первый. Гаура пащаннатма вринда Шри Лакшми виджайотсавам Шутва гопира соласам Хришта премна нанартасам. Вместе со своими ближайшими слугами Шри Чайтанья Махапрабху участвовал в празднике Лакшми виджайотсавы. Во время этого праздника зашел разговор о непревзойденной любви гопи. Услышав о гопи, Господь Чайтанья, преисполнившись экстаза любви к Богу, стал танцевать. Джая джая Гаура Чандра Шри Кришна Чайтанья, джая джая Нитянанда, джая Двайта Дханья. Слава Шри Чайтанье Махапрабху, которого еще называют Гаура Чандрой. Слава Господу Нитянанде Прабху. Слава Адвайте Ачарье, который столь возвышен. Джая Джая Шива Сади Гаура Бхактагана, Джая Шотагана Яндра Гаура Пранадхана. Слава всем преданным во главе со Шивасом Такуром. Слава читателям, для которых Шри Чайтанья Махапрабху дороже собственной жизни. Пока Шри Чайтанья Махапрабху, охваченный экстазом любви к Богу, отдыхал в саду, туда зашел Махараджа Пратапарудра. Последовав совету Сарвабхаумы Бхаттачари, Махараджа Пратапарудра снял царские одежды и вошел в сад в облачении вайшнава. Комментарий Шрила Прабхупады. Членам международного общества сознания Кришны, особенно в западных странах, порой бывает трудно распространять книги, поскольку людям непривычна традиционная шафрановая одежда преданных. Поэтому преданные спросили, можно ли им носить на публике европейскую или американскую одежду. Как яствует из совета, который Сарвабхаум Бхаттачарья дал Махараджи Пратапарудре, мы можем одеваться как угодно, лишь бы это помогало нашему служению. Когда члены нашего общества, одетые как все, встречаются с обычными людьми или представляют наши книги, они не нарушают тем самым принципы преданного служения. Главный принцип преданного служения – расширять движение сознания Кришны, и если для этого требуется переодеться в обычную западную одежду, в том нет ничего предосудительного. Махарадж Пратапарудра был таким смиренным, что сначала со сложенными ладонями и спросил у всех преданных разрешения, и лишь потом
набравших смелости, простерся в поклоне перед Господом и прикоснулся к его лотосным стопам. Здесь очень важный момент, что перед тем, как Махарадж Пратапаруда должен был зайти в сад, где Господь Шри Чайтанья Махапрабху находился, он послушался, смиренно послушался духовному своему наставнику Сарвабауме Бхаттачарье. Сарвабаум Бхаттачарья был его духовным наставником, и он сказал: «Сними одежды царя и в облачении вайшнава заходи», потому что Сарвабаум Бхаттачарья отлично знал настроение Господа Шри Чайтанья Махапрабху, что Господь Шри Чайтанья Махапрабху очень ценит все, что человек делает правильно в вайшнавизме. Дальше Махарадж Пратапарудра, он очень, будучи смиренным, со сложными ладонями, искренне спросил у всех преданных разрешения. И лишь потом, набравшись смелости, он простерся в поклоне перед Господом и прикоснулся к его лотосным стопам. То есть милость гуру, потом милость всех вайшнавов, искренний, смиренный, преданный, получая, только потом он может получить милость Господа Шри Чайтанья Махапрабху. Это очень важный момент. Шри Чайтанья Махапрабху, охваченный экстатическими любовными переживаниями, лежал с закрытыми глазами на возвышении, и царь принялся очень умело массировать ему стопы. То есть получение милости, получив милость гуру, получив милость вайшнавов, потом что делает такой вайшнав, который приблизился к Господу и прикоснулся к его стопам? Он начинает любовно служить ему. Раса лилара шлока пади карена савена джатите дикам атхая карена патанам. При этом царь декламировал стихи Шримад Бхагаватам, описывающие раса лилу. То была глава, которая начинается со словами джаятите дикам, комментарий Шрила Прабхупады. Эти стихи из 31 главы 10 песни Шримад Бхагаватам, известны под названием Гопи Гита. Шуните, шуните, прабхура сантошапар, бала, бала, бали прабу, бале барабар. Когда Шри Чайтанья Махапрабху услышал эти стихи, радости его не было границ, и он без конца повторял: «Продолжай, продолжай!» Тава катамритам шлокараджае падила ути премавеше прабу алинга накаилам. Стоило царю произнести стих, начинающийся со слов «Тава катамритам», как Господь в экстазе любви поднялся и заключил царя в объятия. Услышав стих, произнесенный царем, Шри Чайтанья Махапрабху сказал: «Благодаря тебе я обрел бесценное сокровище. Однако мне нечего дать тебе взамен, поэтому я просто обнимаю тебя». Сказав так, Шри Чайтанья Махапрабху принялся снова и снова повторять этот стих. И царь, и Шри Чайтанья Махапрабху трепетали, а из их глаз катились слезы. Тава катамритам тапта дживанам кавипириритам калма шапахам шавана мангалам шримадататам бувиграннанти ебурида джанахам. Мой Господь, нектар твоих слов и речей, прославляющих твои деяния, дарует жизнь тем, кто мучится в материальном мире. Эти рассказы, избавляющие от последствий любых грехов, передаются из уст в уста великими святыми. Любой, кто слушает их, обретает удачу. Исполненные духовной силой, повествования эти распространяются по всему свету.
И те, кто несет другим послание Бога, безусловно, самые милосердные из людей, заботящиеся о благе всего мира. Комментарий Шрилы Прабхупады. Это стих из Шримад Бхагаватам 10.31.9. Бурида, бурида, баликаре алингана, инхонахи джана ихон, хаякон джана. Произнеся этот стих, Шри Чайтанья Махапрабху обнял царя и воскликнул. Это ты самый милосердный, ты самый милосердный. В этот миг Шри Чайтанья Махапрабху не знал, кто находится перед ним. Бурида, бурида, значит, это ты самый милосердный, это ты самый милосердный. Царь удостоился благосклонности Шри Чайтанья Махапрабху за свое прошлое служение. Поэтому, даже не поинтересовавшись у царя, кто он такой, Господь немедленно даровал ему свою милость. Как могущественна милость Шри Чайтанья Махапрабху! Даже не спросив царя ни о чем, Господь сделал так, что все его желания исполнились. Эйдека чайтанира крипа махабалам тара анусандхан вина карая сапалам. То есть желанием Махараджа Пратапарудры было только встреча с Господом Шри Чайтанья Махапрабху. Все его желания исполнились. Комментарий Шрилы Прабхупады. Милость Шри Чайтанья Махапрабху обладает такой силой, что может сойти на нас сама. Если мы служим Кришне с любовью, наши усилия никогда не будут напрасны, они пополнят наш духовный счет и в должный срок принесут свои плоды. Это подтверждается в Бхагавадгите 2.40. Тот, кто встал на этот путь, ничего не теряет, и ни одно его усилие не пропадает даром. Даже незначительное продвижение по этому пути оградит человека от величайшей опасности. Шри Чайтанья Махапрабху даровал в этот век всем обусловленным душам самый действенный метод преданного служения – санкиртану, совместное пение святого имени Господа. И любой, кто воспользуется этим методом по милости Шри Чайтанья Махапрабху, сразу же достигнет трансцендентного уровня. Как рекомендует Шримад Бхагаватам 11.5.32 Ягьяй Санкиртана Праяйр Яджанти Хи Сумедхаса. Тот, кто хочет обрести сознание Кришны, должен снискать милость Шри Чайтанья Махапрабху. Тогда его преданное служение быстро приведет его к успеху. Так произошло и в случае царя Пратапарудры. Преданному нужно обратить на себя внимание Шри Чайтанья Махапрабху. И даже самое скромное, но искреннее служение убедит Господа, что такой преданный действительно заслуживает возвращения домой к Богу. Махараджи Пратапаруде вначале не удавалось встретиться со Шри Чайтаньей Махапрабху, но стоило Господу Чайтанье увидеть, что царь служит Господу Джаганатхе смиренно, подметая дорогу, и милость Господа тут же пролилась на него. Когда Махараджа Пратапарудра, переодетый простым вайшнавом, стал прислуживать Господу, Господь даже не спросил, кто тот такой, он просто сжалился над ним и обнял его. Как отмечает Кришнадас Кавирадж Госвами, милость, которой Господь одарил Махараджу Пратапарудру, беспримерна, на что указывают слова «Дека» – «Только посмотрите» и «Чайтанья Крипа Махабала» – «Как могущественна милость Шри Чайтаньи Махапрабху». Это подтверждает Шрила Прабхудананда Сарасвати «Яд Карунья Катакша Вайбхававатам» – «Чайтанья Чандрамрита 5». Даже крупица милости Шри Чайтаньи Махапрабху даст огромный толчок духовному развитию человека. Поэтому для расширения движения сознания Кришны необходима милость Шри Чайтаньи Махапрабху. Рупа Госвами, ощутив на себе милосердие великодушия Шри Чайтаньи Махапрабху, сказал: «Намо Махавадханьяя Кришна према прадаяте». Кришна я Кришна Чайтанья намине гаура твише намаха.
Я почти не склоняюсь перед Верховным Господом Шри Кришна Чайтаньей, который милостивее всех остальных аватар и даже самого Кришны, ибо щедро дарует всем то, чего никто и никогда еще не давал, чистую любовь к Кришне. Шрила Лочана Дас Такур также поет «Парамакаруна Пахун Дуиджана Нитай Гаура Чандра». Двое братьев Нита и Гаура так добры, что никто не сравнится с ними. Похожие слова есть и в песне Шрила Наротам Дас Такура. Раджендра Нанданае Шачи Сута Хайласей Баларама Хайла Нитай Динахина Ятачила Харинаме Утарилам Тарасакши Джагай Матай. Чтобы проповедью святого имени спасти в этот век всех грешников, Господь Кришна и Господь Баларама приняли образ Шри Чайтаньи Махапрабху и Нитянанды Прабху. Доказательство их успеха Джагай и Матай. Шри Чайтанья Махапрабху приходит для того, чтобы спасти всех падших душ в Кали-югу, и преданные Кришне должны упорно добиваться благосклонности Шри Чайтаньи Махапрабху, чтобы удостоиться возвращения домой к Богу. Очень важный стих и важнейший комментарий Шрилы Прабхупады раскрывает, что преданный должен упорно добиваться, как Махарадж Прадапарудра, упорно он добивался милости Господа Шри Чайтаньи Махапрабху, но он добивался упорно этой милости, будучи очень смиренным и будучи очень послушным своему духовному наставнику Сарвабхауме Бхаттачарье и всем другим вайшнавам. Поэтому все вайшнавы благословили его и сам духовный наставник Сарвабхауме Бхаттачарье, потому что он был очень искренним и очень смиренным. И он упорно добивался этой милости и достиг этой милости. И Господь обнял его многократно. Что может быть большей наградой? Дальше. Прабу бале кетуми карила морахитам Ачамбите аси пьяйо Кришна лиламритам. Наконец, Шри Чайтанья Махапрабху сказал, кто ты? Ты столько сделал для меня, ты внезапно пришел сюда и позволил мне испить нектар игр Господа Кришны. Царь ответил, Господь мой, я самый покорный слуга твоих слуг. Я хочу лишь одного, чтобы ты признал меня слугой твоих слуг. Комментарий Шрилы Прабхупады. Высшее достижение преданного заключается в том, чтобы стать слугой слуг Господа. Никому не следует стремиться служить Господу непосредственно. Это не очень удачная идея. Когда Нарасимхадева предложил Махарадже Прахладе исполнить любое его желание, Прахлада отказался от всех материальных благословений и взмолился о том, чтобы стать слугой слуг Господа. А когда казначей полубогов Кувера решил благословить Махараджу Друву, Друва мог выбрать несметное материальное богатство, но вместо этого попросил благословить его, чтобы он просто мог служить слугам Господа. Кулавец Шритар был очень беден, однако когда Шри Чайтанья Махапрабху пожелал благословить его, тот тоже попросил у Господа позволения оставаться слугой слуг Господа. Из этого можно сделать вывод, что быть слугой слуг Верховной Личности Бога – это самое большое благословение, к кому только можно стремиться. И вот секрет. Очень большая искренность, максимальная царя. И в результате этой большой искренности царя он был очень смиренным, и он желал только, это смирение проявляется в том, что он говорит, «Я самый покорный слуга твоих слуг, о мой Господь! Я хочу лишь одного, чтобы ты признал меня слугой твоих слуг». Вот что значит принять милость Господа Шри Чайтаньи Махапрабху. Иметь такое умонастроение, как у Махараджа Пратапарудры.
много, множество примеров Шри Чайтанья Чаритамрите и в Шри Чайтанья Бхагавате. Это один из многочисленных примеров, как человек получает, принимает милость Господа Шри Чайтанья Махапрабху, которого Господь, которого вот он готов дать любому. Человек должен суметь желать только одно, самое-самое важное желание чистой души – стать слугой, слуг Господа и желать, чтобы Господь признал его таковым. То есть это конституциональное положение вечной, вечной души, чистой души. И тогда Шри Чайтанья Махапрабху явил царю некую долю своего божественного могущества, но запретил ему рассказать об этом другим. Хотя в душе Чайтанья Махапрабху знал обо всем происходящем, внешне он не подавал вида. Он так и не показал, что узнал в своем собеседнике царя Пратапарудру. Видя особую милость, которой Господь одарил царя, Пратапарудру, преданные восхитились удачей, выпавшей на долю царя, и их сердца открылись и преисполнились радости. Комментарий Шрилы Прабхупады. Такова отличительная черта вайшнава. Если Шри Чайтанья Махапрабху одарил кого-то своей милостью и наделил силой, настоящие вайшнавы не завидуют ему. Чистому вайшнаву всегда очень радостно видеть, как другие делают успехи в преданном служении. К сожалению, есть немало псевдо-вайшнавов, которые начинают испытывать досаду или раздражение, когда кто-то действительно заслужил признание Шри Чайтаньи Махапрабху. Учение Чайтаньи Махапрабху невозможно проповедовать, не снискав вначале особую благосклонность Господа. Это непреложная истина, известная каждому вайшнаву. Однако находятся завистники, которые не могут спокойно смотреть на то, как движение сознания Кришны расширяется по всему миру. Они выискивают недостатки в проповеднике, распространившем это движение, и отказываются признать его выдающийся вклад в осуществление миссии Шри Чайтаньи Махапрабху. Фактически настоящие чистые вайшнавы, как пишет здесь Шрила Прабхупада в комментарии этому стиху, никогда, настоящие вайшнавы не завидуют никогда тому, кто получил милость Господа Шри Чайтаньи Махапрабху. Никогда. Наоборот, Шрила Прабхупада пишет, чистому вайшнаву всегда очень радостно видеть, как другие делают успехи в преданном служении. То есть вот это критерий, человек получил, принял милость Господа Шри Чайтаньи Махапрабху или нет. Если он радуется, когда видит, что другие делают успехи в преданном служении, он обладатель милостью Господа Шри Чайтаньи Махапрабху. Если он завидует и грустит, когда видит, что кто-то превосходит других, или он получил милость Господа Шри Чайтаньи Махапрабху и достиг успеха в преданном служении, тогда он не принял эту милость, потому что его сердце нечисто. И здесь Шрила Прабхупада ясно пишет, к сожалению, есть немало псевдо-вайшнавов, которые начинают испытывать досаду или раздражение, когда кто-то действительно заслужил признание Шри Чайтаньи Махапрабху. Учение Чайтаньи Махапрабху невозможно проповедовать, не снискав вначале особую благосклонность Господа. Это непреложная истина, известная каждому вайшнаву, и однако находятся завистники, которые не могут спокойно смотреть на то, как движение сознания Кришны расширяется по всему миру. И они выискивают недостатки в проповеднике, который распространяет это движение, и отказываются признать его выдающийся вклад в осуществление миссии Шри Чайтаньи Махапрабху. Мы здесь можем понимать, что
завистники были и у Шрилы Прабхупады тоже, и он сам Шрила Прабхупада говорит в этом Шри Чайтанья Чаритамрите тоже. Адилила, 10 глава, 12 глава, 8 стих. Те, которые завистники, они называются бесполезными. Поэтому Господь недоволен ими. И в заключение этой темы мы прочитаем один стих небольшими комментариями Шрилы Прабхупады, тоже из Шри Чайтанья Чаритамрити. Мадхья Лила, 11 глава, текст 113. Если человек не удостоился милости Шри Чайтанья Махапрабху, то каким бы знатоком Писания он ни был, он не сможет признать Господа Чайтанью Верховной Личностью Бога. Даже если увидит его или услышит о нем от других, комментарий Шрилы Прабхупады. То же самое приложимо и к демоничным людям, даже если они формально принадлежат Чайтанья Махапрабху. Не получив от Господа особой силы, невозможно проповедовать Его славу по всему миру. Даже если кто-то пользуется репутацией знатока Писания и последователя Шри Чайтаньи Махапрабху, его попытки проповедовать святое имя Господа по всему миру не увенчаются успехом без милости Шри Чайтаньи Махапрабху. Такой человек будет только замечать в чистом преданном изъяны, не понимая, каким образом Господь Чайтанья наделяет проповедника силой. Поэтому, когда кто-то критикует распространяющееся по всему миру движение сознания Кришны и выискивает недостатки в этом движении или его основатели, следует понимать, что такой человек лишился милости Шри Чайтаньи Махапрабху. Даже если человек имел... лишился милости Шри Чайтаньи Махапрабху. Потому что выискивать недостатки в этом движении Господа Шри Чайтаньи Махапрабху и в его основателе, пишет Шрила Прабхупада, это означает, что человек имеет зависть, он критикан, и он лишился милости Шри Чайтаньи Махапрабху. Поэтому стих еще раз прочитаем. Очень важное предостережение. Если человек не удостоился милости Шри Чайтаньи Махапрабху, то каким бы знатоком Писания он ни был, он не сможет признать Господа Чайтанью Махапрабху Верховной Личностью Бога, даже если увидит его или услышит о нем от других. То есть признание Господа Шри Чайтанья Махапрабху Верховной Личностью Бога, это означает быть независтливым сердцем. Просто говорить, что мы признаем Господа Шри Чайтанью Махапрабху, Верховной Личности Бога, без наличия у нас качеств таких, которые здесь описываются, что мы радуемся успеху вайшнавов и всех людей. Мы радуемся, мы не завидуем. Если мы завидуем успеху людей, и вайшнавов в сознании Кришны, значит, мы не удостоились милости Господа Шри Чайтаньи Махапрабху. Даже если удостоились, мы лишимся этой милости, потому что это будет оскорблением. И когда совершаются оскорбления, человек эту милость фактически может потерять. И поэтому нужно быть очень осторожным и никогда не выискивать недостатки. Особенно в проповедниках и в любых людях. Поэтому Господь Шри Чайтанья Махапрабху говорит, кто никого не оскорбляет, не критикует и повторяет Хари Кришна, я его спасу. Шри Чайтанья Бхагавате. Поэтому никого нельзя критиковать и выискивать недостатки, потому что мы должны только это делать к себе. Мы должны понять, что мы самые падшие и все лучше нас. И это мы должны искренне признать. И тогда Господь будет доволен, будучи в нашем сердце. Господь Шри Чайтанья Махапрабху увидит наше искреннее настроение смирения, искреннее настроение радости за других, искреннее настроение независтливой природы, искреннее настроение желания помогать другим, а не завидовать.
искреннее настроение сострадания и смирения в человеке незамедлительно, сразу же Господь Шри Чайтанья Махапрабху замечает, и сразу он дает реакцию. Его реакция приводит живое существо в экстатическое состояние. Он получает милость Господа Шри Чайтанья Махапрабху. Его счастье, его радость, радость Господа Шри Чайтанья Махапрабху, его счастье, видя нашу инициативу быть независтливым, нашу инициативу видеть хорошее в других, радоваться успехам других и грустить, когда людям и преданным плохо, это очень затрагивает сердце Господа Шри Чайтанья Махапрабху. Поэтому Махарадж Пратапарудра, будучи очень искренним и очень смиренным, очень уважительным гуру и ко всем вайшнавам, он достиг упорно и добивался и достиг принятия этой милости. Он принял эту милость и получил искренние, любовные, экстатические обнимки Господа Шри Чайтанья Махапрабху. Господь обнимал и обнимал его. Что может быть высшей наградой? И Господь признал его слугой своих слуг, который просил, только одно просил. Этот величайший чистый вайшнав, Махараджа Пратапарудра, для нас пример. Он сказал, царь ответил: «Господь мой, я самый покорный слуга твоих слуг, я хочу лишь одного, чтобы ты признал меня слугой твоих слуг». И Шрила Прабхупада говорит, из этого можно сделать вывод, что быть слугой слуг Верховной Личности Бога – это самое большое благословение, к кому только можно стремиться. И вот здесь эта тема, дорогие преданные, заканчивается. Принятие милости Господа возможно только любовью. А любовь начинается с того, что человек принимает решение, хочет быть искренним. Это уже инициатива каждого живого существа. Текст 139 Шри Чайтанья Чаритамрита. Глава 10 Матхья Лила. Заслужить милость Господа Кришны можно только любовью. Не связанный ничем, кроме уз любви, Господь Кришна поступает в высшей степени независимо. И вот эта любовь начинается с искренности. Искренность проявляется как величайшее смирение преданного, потому что шесть качеств преданного, предавшейся души, украшение этих шести качеств и начало этих шести качеств – это смирение. Искреннее желание достичь любви к Господу приводит к величайшему непритворному смирению. Величайшее непритворное смирение приводит к настоящему подлинному уважению гуру и к вайшнавам. Уважение подлинное гуру и к вайшнавам приводит к тому, что личность получает их крипу, милость, прасад вайшнавов и гуру, и их крипа приводит к личному общению и получению милости Господа Шри Чайтаньи Махапрабху, потому что Господь полностью доволен таким преданным, как Махараджа Пратапарудра. Искренность, смирение, уважение ко всем живым существам, к вайшнавам и гуру, желание только одного – быть слугой слуг Господа – это все те качества, которые нам помогут принять беспримерную, потрясающую милость Господа Шри Чайтанья Махапрабху. Намо Махавадханьяя Кришна према прадаяте Кришна Кришна Чайтанья намине гаура твишена маха. Никто в этом мире не распространял, не раздавал Кришна прему, как Господь Шри Чайтанья Махапрабху своим братом Господом Нитянандой. Никто и никогда. И эту Кришна-прему любой, каждый может получить, если проявит
искренность. Эта искренность приведет к смирению и к уважению ко всем живым существам, особенно к вайшнавам. И это очень понравится Господу Шри Чайтанье Махапрабху и Господу Нитянанду. И они этого человека, когда дают милость, он возьмет эту милость, он получит, он примет с любовью эту милость. И они будут бесконечно счастливы. И сам, получавший милость, будет бесконечно счастлив. И окажется в своем вечном конституциональном положении Кришна Премы. Шрила Прабхупада Киджай, Шри Чайтанья Чаритамрита Киджай, Шрила Кришна Дас Кавирадж Госвами Киджай, Шри Гуру Парампара Киджай, Нитай Гора Премананде, вся слава всем преданным всех времен Господа Шри Чайтанья Махапрабху. Спасибо большое.